Доброе утро всем. А я варю кашку овсяную на утро. Хочу с вами поговорить на тему ностальгии. Я не знаю, сегодня опять у меня ностальгия была по Дэвиду Гарретт. Узнала, что, оказывается, в Казахстан приезжает. Вот. А я вот сколько безработная, без денег. Я даже не могу до него добраться. Хотя это рядом, совсем рядом. Вот. Так что так у меня настроение такое. Ну, я себе все равно поднимаю настроение, потому что я такой человек. Вот варю кашку овсяную. Вот. Я свою, как бы, любовь выплескиваю в строках, в музыке. Это вот моя отдушина, которую я через любовь этому миру делаю. Ну вот. А сейчас делаю кашку овсяную. Так что кушать надо все равно. И, конечно, грустно, что вот так вот не получается у меня пока с ним встретиться, чтобы просто... Мне же с другой стороны, ну что я ему скажу? Я Надежда, я тебя люблю. Нет, конечно, я бы так не стала. Зачем это надо? Вот. Но хочется его увидеть. Как в принципе и многим поклонникам его творчества Дэвида Гарретта. Вот. Но жизнь продолжается, и вот мы творим жизнь свою, каждый в свою меру, кто как может. Вот так. Я кашку варю. С вами была Дора Люкс. Я желаю вам отличного настроения, хорошего дня. Вон там кошки мои 4. Вот. Буся бежит. Они такие смешные. Всем пока. Желаю вам отличного настроения, хорошего дня. Целую.